Вечер добрый. Слушаете вы свое радио, надеюсь, в привычном и достаточно ожидаемом для себя режиме. В общем, объяснять не стану, что с понедельника по пятницу с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседуем, ну и музыку о нем свою замечательную играют. Надеюсь, для кого-то сегодня будет открытие, как ни странно это прозвучит, но такое случается в программе периодически, когда вроде бы знакомиться незачем, потому что коллектив уже совсем не юный, но случаются и такие повороты. Посему очень надеемся на прибавление сегодня фанатской аудитории. Традиция, она есть. И от этой традиции мы не отступаем ни на шаг. Сначала песня, ну, это в некотором смысле музыкальная заявка тоже. А затем уже я представлю коллектив и музыкантов, естественно, поименно. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали!
Ну, вот тут начало положено, я скажу вам. Народ встрепенулся сразу. Сейчас сначала прочитаю сообщение одно, я думаю, оно вас сильно порадует. Да ладно, пишет товарищ Спиртвич. Я еще в GTA Vice City играл. Под натиск. А как же ты устал от жизни, от сомнений, от обид? Ты хочешь смерти, и душа твоя болит. Ну, в общем, встречайте, что называется, ваших кумиров. В данном случае обращаюсь к тем поклонникам, которые не ожидали такого поворота. Группа «Натиск» здесь сегодня. Московский коллектив, коллектив... Сейчас выясним уже, сколько лет группе и, собственно говоря, откуда ноги-то растут. Андрей Денисов, вокал. Добрый день. Привет. Братцы, я попрошу вас каждого, ну, хотя бы раз за эфир подойти к микрофону, поздороваться. Дальше можете опять уйти на свои места, уж как хотите. Владимир Нечаев, гитара. Да, добрый вечер, да. Евгений Беляев, гитара. Доброго вечера всем. Он просто прокричал, тоже молодец. Андрей Быковский, бас-гитара. Всем добрый вечер. И... Как он сообразителен. Ему не пришлось даже подсказывать, что там есть микрофон специально. Это точно. Михаил Старостин. Здравствуйте, здравствуйте всем. Спасибо большое. Обычно барабанщики рвутся так к микрофону, бежать. Не надо, у тебя собственный. А тут я поворачиваюсь, он уже его себе подтянул. Ну, в общем, взрослые мужчины, чего с ними с детьми разговаривать не нужно. Мне знаете, что вскрыло? Я когда читал пресс-релиз о группе, меня очень сильно повеселило в хорошем смысле. Я уж не знаю, сколько это правда, может быть, это фейк, но, тем не менее, сейчас вы мне расскажете об этом в обязательном порядке. В 2011 году название «Натиск» было запатентовано заводом пожарных автомобилей «Спецавтотехника» город Екатеринбург как название высокоэффективной системы пожаротушения. Сильно. Ну-ка, расскажите-ка мне, что это такое вообще, откуда эта фенечка вылезла? Честно говоря, первый раз слышим этот факт, но это очень прикольно, очень. То есть вы теперь знаете, что пожаротушительные машины называются «Натиск» в городе Екатеринбург. Мы, да, тушим очень пожар, да. Сами разводим, сами потом тушим. Я не думал, что вы об этом не знаете. Вот первый раз, да, первый раз. Значит, это вам подарок. Как с нами связываться? Я в данном случае обращаюсь к аудитории 4647. Это короткий номер для ваших смс-ок. 4647. Сначала пишите свои, пробел, дальше ваши сообщения. Опять же, это могут быть вопросы, эмоции, впечатления. Делитесь, пожалуйста, всем, что на душу легло. Группа, то бишь официальное сообщество радиостанции «Свое радио ВКонтакте». Там давным-давно выложена фотография, очень колоритная фотография на черном фоне. Ну, прям так, все очень стильно. Название коллектива в тексте анонса группы «Натиск» выделено синим. Это значит активная ссылка, кликая на которую, вы оказываетесь у них в сообществе. Ну, а там уже, естественно, и о концертах, и о новых альбомах, об эпишках. Обо всем. Обо всем можете узнавать в первую очередь. Это очень полезная штука. Два чата для вас работают. Один на сайте своего радио, своерадио.фм. Там, в принципе, совершенно не забудете. Там написано «чат», по-моему, совершенно очевидно. Видеть можно, а это очень важно бывает. Видеть картинку, потому что кто-то увидел сразу же на первой песне, стал просто кричать. Я видел, не помню кто, но сейчас потом вспомню, посмотрю, кто это написал. «Да ладно, Денисов на вокаль». Меня это удивило. Сейчас поговорим, почему, собственно, человек так это удивило и порадовало. Так вот, есть еще один чат. Еще раз напоминаю, вы зайдете на сайт своего радио, своерадио.фм, там сверху есть плеер. В плеере слева онлайн-аудио, это чтобы слушать. Справа онлайн-видео, чтобы смотреть синий кружочек. Кликаете и оказываетесь в картинке, которую нам предоставляет Планета.ру. Чудная совершенно краудфайдинговая платформа. И вот там, собственно, помимо картинки, есть еще и чат. Мы пытаемся увидеть все ваши интересные сообщения повсюду. Самые любопытные публикуются в эфире. И, само собой, пишите, думайте, о чем спрашивать, думайте, какими эмоциями делиться. Самые любопытные будут озвучены. Теперь вернемся к этому вопросу. Сколько существует группа? 16 лет. Не кисло. А почему так удивил как бы, вокалист? Был вскрик этот Денисов на вокале. Были какие-то проблемы? Ну, могу сказать, как говорится, всем нашим слушателям, что, ребята, поздравляю вас, я вернулся. А, был таки уход. Я уходил из коллектива просто на 7 лет и вот вернулся благополучно обратно. А уходил почему? Извини за такой момент. Ну, там по личным причинам. А, это с музыкой не связано? В принципе, нет. Это очень хорошо. Потому что, значит, человек, в принципе, уходил по каким-то причинам, не связанным с творчеством. Здорово. Когда вернулся, каково камбэк-то, вот, как оно чувствуется? Ну, когда мой попал. То есть вообще не без проблем? В свою семью. Мне просто говорят, что после долгого расставания, ну, скажем, отлучки от какого-то дела, неважно, в данном случае это вокал в группе, не знаю, строительная бригада, не имеет значения. Человек просто ушел из профессии, как бы, потом возврат бывает весьма сложен. Ну, было, сейчас немножко еще как бы голосу работать тяжело, потому что действительно практики было, практически не было, там что-то было там в некоторых группах. А я не работал. Заметил, шикарно звучит все. Ну, было лучше, скажем. Ах, еще лучше? Да. Когда-то было, да. Скромник. Ну, ты хотя бы поддержал, товарищ, уже когда-то было. Нет, ну, наверстай. Ну, человек 7 лет фактически не пел.
Ну, я понимаю. Так попел чуть-чуть в одной группе. Регулярно, в питерской, да. А больше ничего. А почему в питерской? Ну, меня приглашали в августе, я работал в августе. Ах, в августе. Да. Вон какие перипетии-то были. А, и, наверное, те, кто сейчас вскрикивает как раз... А, я понял, почему там мелькало еще, не помню сейчас в каком-то сообщении, тема августа. Ясно-ясно. Теперь понятно. 16 лет коллективу, 16 лет... А кто пел, прости за такой вопрос, кто был вместо тебя? Ну, это вот вместо него у нас было два вокалиста. Это был вокалист Алексей Тышкевич. Угу. Вот, что-то знакомое. Да. Retrium. Это группа Retrium. Так. Молодой такой мужчина, симпатичный, с длинным хайером до попы. И был еще... От тебя это слушать удивительно. Про симпатичного мужчину с длинным хайером. Ну, это он как от лица девушки. И попой. Понимаю, да. Да, и был еще один человек. Кирюша. Кирилл, да. Замечательный парень. Хороший парень, вот очень активный, все. Но вот не сложилось у нас. Андрей пришел. Андрей пришел. Потому и не сложилось. Нет, ну я никого не выгонял. Нет, да? Ну просто своей фактурой мне даже, кажется, выгонять не надо. Просто посмотреть внимательно, и все. И хайер тут же назад полезет, ты понимаешь? Может быть, может. Я сейчас рекомендую всем, да, смотреть трансляцию, потому что колоритнейшая группа на самом деле. Вот Толян Зимовский пишет: взрослых дяденек всегда таки слушать, видеть и воспринимать интереснее, чем молодых. Какие колоритные мужики. Вот. Спасибо. Спасибо. Вот, да, я же о том и говорю. Это надо еще и видеть в обязательном порядке. Ну, почитаем, само собой, все, что «Одинокий герой» — офигенный альбом. И об альбомах поговорим, само собой. О ваших планах поговорим, потому что очень важно понимать, насколько вы планируете развиваться дальше. Не будете ли останавливаться снова на какой-то период времени? Было бы обидно. Как называлась первая песня, я забыл спросить. «Террор». «Террор», да. А дальше? Следующее? А следующее будет «Скрипач». О, отлично. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня группа «Натиск». Поехали. Хорошо. 46-47. Я на всякий случай так поговорю пока. Свои пробельчики, а дальше ваш сообщик. Готовы? Поехали. Готов от тебя, ведь ты для них чужой. Нет дома, нет любви, и мир постыл. Лишь в музыке вся жизнь твоя, в несчастье и покой. С ума вспышка и рвется душа ввысь. Боль твоя, твои страдания в небо вознеслись. Играй, скрипач, пусть все вокруг твои враги. Бой, скрипка, плач, смириться с болью помоги. И пусть вас ловит зал, ты не все сказал.
Хорошо, хорошо сидим. Что называется? Сейчас прочитаю смс-очку одну. Кстати, 46-47, сначала свои, пробельчик, а дальше ваше сообщение. Я надеюсь, вы поймете, о ком идет речь. Человек даже подписался. Пишет Павел. Группе большой привет. Еду из Калужской области, слушаю онлайн. Звучите шикарно. А про Екатеринбург они не знают, потому что статью из Википедии я им не показывал. Кто этот Павел? Я так понимаю, это Паша Алиев наш. Наш администратор. Судя по всему. Сейчас едет по пути и слушает онлайн через приложение. Наверное, да. Радиостанции. Ну, а за звук нужно сказать спасибо Александру Ярославцеву, звукорежиссеру. Саша, спасибо. Программа «Живые». Я его называю всегда «Молодой Яковлев». Очень похож просто. Не народный артист пока что. Закусывать надо. Да, что касается звука, чтобы парни тоже не дергались. Я к тому, что вы играете так, что звукорежиссеру не остается никаких особых... Сейчас ты промолчишь. Никаких особых усилий, чтобы ваше мастерство, мастерство звукоизвлечения превратить в красивую музыкальную картинку. Это комплимент был. Спасибо. Спасибо. На здоровье. Спасибо. Подожди, ты вот, когда ты хочешь сказать «извини», ты мне как-то машину... Да, ты там к микрофону обращаешься. Миш, потому что ты сейчас в пустоту. Когда горит лампочка, тогда можно. Ну, ты сказал «спасибо». Мы тебя услышали. Все, я пока отключаю тебе твой микрофон. Тут, кстати, есть удивленный такой вопрос. Да, человек удивляется. Пишет Дмитрий Сердюк. А почему группе 16 лет? А как же демо 1996 года? Ну, это же не «Натиск» был. Это, ребят, ну, это совсем другая группа была. Надо бы историю тогда рассказывать. Ну, это мы когда-то собрались. Вот я, Женя Беляев, мы учились вместе в школе. И после школы, уже после армии встретились. «Агония», что ли? Да, «Агония». Первое наше название вообще было... Самое первое название было «Черный ангел» через «О». Так получилось случайно. Плохо учили в школе. Да, троечники были, да. Потом стали как-то... Появилась у нас песня «Агония». Решили, ну, «Агония» — там хорошее название, давайте будем группой «Агония». Так что вот это демо, это, в принципе, группа «Агония». Это не «Натиск» никак. А разница в чем? Вы же те же. Ну, я имею в виду те же. Ну, мы совсем не те же. У нас были другие музыканты совершенно. А, все-таки группа была... Мы только вдвоем были. Да, мы только вдвоем. А все остальные были другие. Я понял. Все, тогда понятно. Тогда... Я просто думал, что вы с тех пор как-то и не... Слушайте, получается, сколько лет-то вы вдвоем не расстаетесь уже? Ну, ладно, он уходил. С 92-го года. Обалдеть. Ну, если считать школу, так это вообще... Ах, еще и учились вместе, что ли? Да. Вы вдвоем? Мы с Андреем. Вдвоем, да. С 84-го года мы учились. В параллельных классах. Друг друга знали. Какую школу тогда заканчивали? 806-я, московская школа. Ого. Кунцевский район. Чудесно. А, слушайте, а музыка пришла в вашу жизнь уже после школы или еще в школе? В школе. В школе уже играли, каждый в разной группе. Виа, да. Вокальный инструмент. И рок уже там же, джи-джи-джи такие. Я сейчас, Миш, порадую, я в вокально-инструментальном ансамбле как раз на барабанах играл. Это вот это звукоизвлечение, вот пальцами юлозить мне как-то, ну, скучно было, неинтересно. А по барабанам, да, чувство ритма есть очень хорошо. Потом, правда, забросил это дело, но всякий раз так стоят барабаны в студии, с завистью на них смотрю, думаю, сесть, поиграть. Нет, времени нет, что себя тревожить, это вот, теребить былые раны, что называется. Значит, была «Агония», это как пробная такая была история, да. Площадка такая стартовая. Дальше случился «Натиск». Что касаемо «Натиска», ну, у группы-то огромная история ведь на самом деле. Я знаю точно, что и поклонников-то много. И когда мы заявили о вашем присутствии в программе «Живые», ну, то есть анонс был запущен на неделю, если бы вы знали, сколько было возгласов по этому поводу, вау, кто-то кричал, они еще есть, кто-то кричал, вау, слава богу, наконец-то в программе «Живые» они появятся. Почему, ну, я задам, может быть, некорректный вопрос, почему у людей возникает сомнение, существуете вы или нет? Да, ну, не знаю. Может быть, мало концертов. Ответ простой, потому что после того, как ушел Андрей Денисов, наш вокалист, у нас были метания в плане вокалистов. Да? У нас, исчез наш замечательный директор, тот, который делал нам замечательные гастроли по разным иностранным государствам. Именно по иностранным? Да. Да. Вот. Если интересно, мы расскажем потом. Конечно, интересно. Вот, да. И как бы мы лишились пол туловища фактически. Вот. И я, например, там занялся сольной работой, да. Но бывает такое, знаете, когда отрубают как бы пол ноги, ходить становится сложнее. Ну, вот. Так поигрывали где-то там. Поигрывали, да. Не, были концерты у нас и в Москве, и не в Москве, как бы, да. Вот, но. Дело в том, что когда семья, она вот чего-то лишается, да, угу. Моральный дух у всех чуть-чуть падает. Угу.
Не то, что мы там заплакали и там распустили слюни, мы даже записали одну пластинку без Андрея полностью. С новым вокалистом, я так понимаю. Да. Сташкевич. Вот, да. И так что вот так. Ну вот так случилось. Ну, в общем, объяснение понятно, принято. А тогда, пока он не слышит, он сейчас просто не будет нас слушать. Что заставило его и кто заставил его вернуться, если причина не в нем самом, а в группе, например? Или он сам пришел, сказал, все, хочу назад? Ну, отчасти не то, что пришел, а как-то так встретились. Угу. Мы ему говорим, давай спой там пару песенок на концерт. Началось все с того, что он мне просто написал, мы очень редко общались, пока были в разлуке. Он мне написал, что... Как это звучит? Да. Трогательно очень. Вова, давай будем что-то делать. Угу. Есть возможность такая. Вот. И мы пригласили его один раз в качестве приглашенного как бы вокалиста на один концерт. Угу. Потом на второй мы посмотрели как бы реакцию людей. Вот. И Андрей решил как бы вернуться. И вот мы сразу работаем. И сразу после его возвращения мы очень много пили, очень много работали. Это тоже... Я сейчас промолчу, да. Очень... Я сделал вид, что не заметил, все заржали. Очень счастье. Мы начали просто работать, потому что, во-первых, у Андрея есть студия, на которой можно и репетировать, и работать. Домашняя такая, домашняя. Домашняя студия, да. Вот. Есть возможность и так далее. А потом он сам как бы звукорежиссер-то со стажем неплохой и занимается этим давно. Вот. И работа у него такая. Ну, в общем, папа вернулся, стало весело. Я сейчас смотрю на его реакции. Вот на лице пока еще ничего, один не папа. Ничего пока не прочитал на лице. Теперь тогда такой перекрестный вопрос. А что тебя заставило вернуться? Их приглашение спеть приглашенным гостем и снова заиграло внутри речевое или что? Это очень или ехидно, конечно. Или тоска была? Тоска была, ну, тоска, равно, конечно. Уже хочется... Вот сидишь дома вроде. Да ну его нафиг все вот это вот. Не надо, вот работа есть, семья, все. Потом как-то гложет, тянет, что-то хочется, хочется. Просто пока... На сценку хочется. К ребятам хочется. Пока просто он был в группе с самого начала в «Натиске», да, у «Натиска» был самый живой и самый мощный период. Угу. Была масса гастролей, были Штаты, Англия, там, Болгария. Сейчас мы об этом тоже после песни поговорим. И так далее. Поэтому вот такой вот был очень мощный накал, был хороший директор, да. Все было вот организовано, мы работали очень плотно. Вот, и вдруг бах, и как бы человек всего этого лишается. Естественно, это тяжело. Ну, главное вот что. Я сейчас по мужским мужикам говорю. Главное, чтобы не затаили зла на человека. А судя по всему, зла на него не затаили. Да нет, конечно. Вот это очень о многом говорит на самом деле. Это говорит о качествах человеческих, о тех отношениях, которые трогательные у вас в группе, я вижу, отношения. Они сохранились. Это очень клево. Нет, на самом деле это здорово. У нас традиция была. Мы справляли день рождения друг друга в лесочке, «Натиск Фэмили», там порядка 20 человек, и каждые праздники мы все делали вместе. А рядом стояла пожарная машина «Натиск». Обязательно из Екатеринбурга надо пригнать. Ну как же, это не без этого. Теперь будет ездить. Мы приглашаем специально. Раньше-то не знали, а теперь... Ну давайте петь дальше, ребят. Что это будет? Какая песня? «Глоток свободы». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Натиск». Погнали. We'll be right back.
Да, мужчины, любите вы то, что делаете? Любите вы то, что делаете? С каким же упоением? Просто наблюдать, как говорят, что человек может бесконечно смотреть на то, как льется вода, горит огонь, и как другие работают. А в данном случае люди-то не работают. Ну, как это? Работа, конечно, с какой-то точки зрения, если посмотреть. Но это такое удовольствие наблюдать за тем, как они это делают, с каким... Вот это единство, удивительная штука, конечно. Ну, мужчина есть мужчина, натиск есть натиск. А вот Никита, по-моему, не первый раз уже пишет, поэтому и пишет: не обделите вниманием, Семен. Вокалюга мощный, можно провести аналогию с Пиви Вагнером из Рейндж. А могут ли музыканты рассказать хоть немножечко о своих инструментах? Ну, любят, часто спрашивают, на самом деле, что за инструменты, что в них особенного. Хвастайтесь, давайте. У меня только тамбурин. Это понятно, да. Это тамбурин, ясно, да. Так. Фернандес. Как у меня называется? Фернандес. Ты не знаешь, о чем играю? Инструмент Фернандес, американец, самый простой вообще, без машинки, без всяких там приблуд. Есть пару щелкалок и все. А под ногами девайс Сенсамп стоит 94 года. То есть у тебя олдовое все? Американский, да, за $400 купленный в 94 году, до сих пор работает и не подводит, и не жалует. Но на этой гитаре уже, я еще не уходил, на ней уже играл тоже гитару. Нет, но она и звучит. Так она и звучит, как эта гитара-то. Я тоже удивился тому, что на ней ничего нет. Вот совершенно ничего нет. Как это сейчас модно, цеплять какие-нибудь всякие штукенцы, вообще пустышка такая. Не люблю. Понимаю. Мы, да, старой формации. Понимаю. Иди ты теперь рассказывай про свою гитару. Старой формации. Ну, у тебя такое, что есть там. Господи, у меня простой корейский эпифон, но хороший, качественный. Корейцы сейчас делают достаточно хорошую продукцию, но он такой достаточно. Не рекламирую корейскую продукцию. Примочка у меня Black Star, лампочка одна. Ну и дилейчик к ней. Всего одна лампочка. Ну а там куда больше-то их пихать? И так 20-ваттная. Одна лампочка маленькая. Какая 15-ваттная? Она 20-ваттная. Энергосберегающая хотя бы лампочка-то. Она звука не сберегающая. Ну теперь, Андрей, расскажи, пожалуйста, про свою бас-гитару. Ну это, как бы сказать, это Fender, родной американец, модель как у Pastorius'а. Гриф. Ну, год, скажи. Гриф Престижен, дека джаз-баса. Ты разобрал, собрал, что ли? Ну, это как бы модель Pastorius. Да, я шучу. Ну да, 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 да. А так это начало 80-х. У Грановского, значит, покручиваем, у него начало 70-х. А тут начало 80-х. Начало 80-х, да. Но так инструмент работает. Еще как работает. Да. Вот на самом деле очень часто бывают такие моменты, когда люди мало знающие спрашивают, что не могли, что ли, инструмент в поновее купить. Как раз наигранные инструменты, музыканты как раз хорошие-то и любят инструменты старенькие, у которых уже есть душа, в которых уже пальцы были, в которых уже что-то вложено. И это все звучит, смотрите как. Девочка чудес, уже научена. Чудесно. Уже и не девочка вовсе. Да. Начнем с этого. 46-47. Спасибо. 46-47 – это короткий номер для смс-ок. Ну, если интересуют барабаны, то это барабаны Yamaha Custom. Они имеют отношение к этой студии, никакого отношения к музыкантам. Но тоже намоленные. Кстати, нам повезло в свое время. Это японские, это и не Таиланд. Вот когда они от этой... Или не Китай, неважно. В моем понимании, что Таиланд, что Китай, одинаково хорошо. Да, это чисто японские, те самые, которые выпускались там. Теперь они, вот эта именно серия, не выпускается. А у нас они... То есть мы тоже можем гордиться тем, что у нас намоленный инструмент, которого уже теперь оригинального-то и не купить. 46-47. Это короткий номер для ваших смс-ок. Свои пробельчика, а дальше уже все, что хотели бы сказать. Ребята, а кто вам пишет тексты? Сами или со стороны? Сергей Каток спрашивает. Ну, часть пишем. Старый вот альбом, а мы писали сами все тексты по очереди. Ну, здесь все поэты, здесь все композиторы, на самом деле, как говорится. Угу. Ну да, в общем, новый альбом. То есть нас... нет одного, кто вот диктует. Ну, кто-то принесет заготовочку, допустим, какую-то. Корректируется, все причесывается, вот, облагородить. Сахарком посыпать. И мы сядем вместе порой. За, я уже за понял, рюмочкой чая. Когда встретились, много пили, да, я помню. Так. И вот дорабатываем ее, доделываем, ходим, думаем, мыслим. С музыкой та же история. Чтобы красиво, да, было, да. Конечно. Но все-таки со стороны, я так понял по реплике, что тоже кто-то есть. Со стороны сейчас вот мы работаем тесно вот как раз с Пашей, который присылал смс-ку с Павлом Алиевым. Он нам пишет тексты, нам песен. Для нового альбома. Для новых альбомов, да. Ну да, мы их корректируем, соответственно, и... И их корректируете. Ну, себя-то ладно, человек со стороны зачем корректировать? Нет, обязательно. Ну, там приходится корректировать, потому что
Есть некоторые варианты. Все же должно быть мягенько, кругленько. Не попадает, допустим. Ну, хорошо. Ладно, убедили. Надо быстренько сейчас, вот что, я забыл об этом. Был разговор, начали мы разговор о том, что концертировали, гастролировали очень много по зарубежью в тот самый период. Почему именно по зарубежью? И пели на русском? Да, мы пели на русском. Мы работали просто очень тесно с Московским домом соотечественников. Это правительственная программа правительства Москвы. И мы ездили как бы в поддержку соотечественников за рубежом. Разные концерты. Это там есть русские Штаты, дома. Это Британия. Ну, это понятно. Да. Русская зима в Лондоне. Мы участвовали дважды. В Соединенных Штатах тоже ездили, концерт делали для русских эмигрантов. В Болгарии ездили, играли перед Deep Purple на разогреве. В Болгарии для русских эмигрантов оригинально, да? Нет, там мы играли уже, нас пригласили поиграть разогревом у группы Deep Purple. То есть это для нас был вообще просто подарок. А Ванес Мелик Пашаев такой... Подожди, не, я-то понимаю. Так, вот, замечательный день. Ну, нормально так. Вот мне всегда нравится в музыкантах, особенно старой формации, такое вот отношение к себе и к музыке. Ну, проходящее. Ну, мы играли на разогреве группы Deep Purple. И пошел дальше. Секундочку. Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее, дорогие мои. Это был какой год? Слушай, это 2005, да. 2005 год. Это был их тур, я так понимаю, да? Да, ну, это да, их тур. Тот самый прощальный, очередной, как водится. А кто вас, извините, ну, как это делается, да? Либо приглашают группу на разогрев, либо, ну, не вам, это не ваша история, группа сама позволяет себе заплатить денег для того, чтобы выступить на разогреве. Но я всегда молодым музыкантам говорю, не смейте этого делать, потому что навсегда потом так и останетесь платящей группой, и будут вас везде таскать, чтобы вы за это платили. Вас кто пригласил? Там история такая. На тот момент, да и сейчас, наверное, у Ванесса Мелика Пашаева, это такой знаменитый черный кофе продюсер, да. Понятно, у него в Болгарии свое концертное агентство, которое называется Joker Media, и он возит звезд туда к себе. Причем звезд рока, таких. Ну, понятно. Дио, да. Синдерелла. И тут вот чего-то захотелось ему русскую группу, но ему отослан был диск с требованиями с такими, чтобы качественно, хорошо и недорого. Да. Вот. И на русском, кстати. И на русском, да, вот обязательно. То есть все пункты сошлись, судя по всему. Да? Ну и да, все пункты сошлись. Мы замечательно там были 2 или 3 раза в Болгарии. Три раза были. Мы 3 раза там были, нас там... И все с пеплами, что ли? Нет, с пеплом. Второй раз Скалт. Второй раз с группой Калт. С английской группой. А третий раз День Победы мы там дружно отмечали. Вместе с группой. Ну, это уже в Софии, да, там перед собором была большая на сцена. На площади, да. Народу много. Ну, вот смотрите, это сейчас я сообщаю тем, может быть, молодым слушателям, которые любят тяжелую музыку, и для которых сегодня знакомство. Люди, которые действительно занимаются творчеством, настоящим творчеством, а не показухой, они даже о таких вещах говорят, как бы вскользь, ну, это часть творческого пути, ну, было. Чего там, гордость какая? Вот меня лично гордость распирает, что сейчас здесь, в этой студии, группа, которая нифига себе играла на разогреве группы Deep Purple. Да, а для них это нормальный подход, нормальное дело, нормальная обычная работа. Скинул гитару себе, как автомат за плечо, и нормально. У меня поначалу тоже такое было состояние, когда вот мы ждали этого момента. Мы отыграла еще там болгарская группа БТР. Да. И вот ждем часа полтора, наверное, Перплов везут. Кричат, везут. И черные машины, хоп-хоп-хоп. И вот они выходят, все, начинается там, и ливень как пошел, такой ливень, что, я не знаю, может, они дождь привезли. И я вот стою сзади так, и как-то вот, если бы мне было тогда на тот момент лет 20, может быть, даже 18, я бы, наверное, одурел. А я просто стоял и кайфовал от того, что они играют. Не было никакого эйфории вот такой, что Deep Purple, все, я сейчас упаду замертво. Чем, в принципе, мы их на сцене тогда даже не видели. Так спокойно, мы были сзади, да, сцены. Там нет. Гиллан забегал немножко. Мы видели, как Гиллан пьет пиво босичком там за холодильничек пивка. То есть мы стояли сзади, мы видели их со спины. Поручкаться не получилось, потому что их со сцены сразу под руки и во Францию. Вот. Но Морсу я диск один наш закинул. Попал, не попал. Я поймал он хоть? Поймал, наверное, да. Но он так нам ручкой махнул. Ну, дай ему Бог здоровья. Давайте петь дальше. Что это будет? Давайте. Это будет медленная песня «Я буду ждать». Из первого альбома. Ставь. Из первого альбома. Да, кстати, об альбомах надо поговорить сегодня обязательно тоже. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» здесь сегодня на диск. Поехали. Thank you.
задарма стало все забытым сном. Но сквозь время вижу я твои глаза и хрустальной капли замерла слеза. Время, как река, бежит, лишь цветные миражи вновь встают передо мной. Оборвалось счастье нить, как ее соединить, как найти мне путь иной. Но сквозь время вижу я твои глаза. Долгие годы меня мучил вопрос. Ну, так как музыку я люблю всю свою жизнь и очень люблю тяжелую музыку. Вся аудитория уже знает, что одна из моих любимых групп вообще Мегадес. Я очень люблю тяжеляк, по-настоящему тяжеляк. Я все думал, как же, почему же у тяжелых групп баллады-то такие клевые всегда получаются. Вот как не возьмешь балладу у тяжеляковой группы, у металлической группы, ну так прям скупая мужская слеза. Я теперь, глядя на вас, я понял. Уж не обессудьте, почему, но то ли озарение, то ли слишком сейчас много такого коллективного разума в студии. Я понял. Все же мы люди. У всех у нас есть, естественно, свои переживания. Нормальному, брутальному металлюге показать свои чувства и эмоции, ну, как-то не пристало. Надо быть нормальным, брутальным металлюгой. А баллада
она расслабляет, она дает возможность и повод, и немножечко такой попсовости даже в каком-то смысле придать песне. И никто не осудит. И вот возможность реализовать себя как человека, близкого другим людям по душевным качествам. Это баллада. Наконец-то созрело во мне это понимание. И вот благодаря вам. Спасибо. Это клево. Это клево. Вот это ничего себе. Корейский эпифон так божественно звучит, пишет Никита. Да. Гитара ломовейшей соляки. Гитарист ломовейшей соляки, что-то невообразимое. Гитарист не смотрит. А вот дальше-то мне интересно, зачем, если уж так звучит. А гитарист не смотрел в сторону японского Бёрни? А если в его руках эпифон так поет? Был у меня, был. Что будет с Бёрни? В общем, фуфло, да? Ну, нет, не фуфло, нет. Я на нем, кстати, отыграл года полтора или два, наверное. Потом продал. Ну, пришел к эпифону. Ну, ты так просто сказал, да, было. Ну, было у меня, был, да. Плюс один поклонник, вот и Летников. Ну, я думаю, что не один, конечно же. Сегодня новых, я думаю, у вас слушателей появится достаточное количество, потому что есть у радиостанции свое радио, да и у программы «Живые» достаточно уже большая сложившаяся аудитория, которая ждет все время чего-то неожиданного. Да, многие люди могли как-то мимо пройти. Я вас удивлю, тут играл «Черный кофе» на «Дысь» совсем недавно, не ранее, как во вторник на этой неделе. И даже там люди писали, в первый раз слышу эту группу. Казалось бы, куда уже, да? Так что не удивляйтесь. В общем, приятно, мне кажется, что у вас появляется новая аудитория. Более того, поклонники это поклонниками. Надо им сказать, сколько у вас 4, по-моему, альбома, да? Ну и синглы, и всяческие разные, и пишки. Полноценных 4? 4, да. Подожди, раз. «Одинокий герой». Ну, со мной три. Второе дыхание. «Волчьи слезы». «Волчьи слезы», да. 4 полноценных альбома. 4 альбома. И 2, 3, 4, 3. Сколько? 6. Я возвращаюсь в Москву. Тематика военная. И 6 EP. Макси сингл. Потом. А что их считать-то вообще? Нет, это так, я для себя. Это я для тех людей, которые, заинтересовавшись вашим творчеством, пойдут у вас искать. Чтобы люди знали, какой объем информации, какой объем музыки им нужно найти. Где еще взять информацию, если только не в эфире? Ну, в группе у вас ВКонтакте, возможно, это можно будет найти. Да, да. Есть ли у вас в ближайшей перспективе, например, новый альбом? Готовится ли? Ну вот мы сейчас в качестве пробника в связи с возвращением Андрея Денисова в группу. Сегодня весь эфир говорить, мы говорим о возвращении. Как давно он вернулся? Год назад. Да. Ну так это уже все, надо привыкнуть, да, вернулся. Уже все. Сел как бы на место. Все, уже вот сидит. Винтик сел в свое место. Плотненько уже сидит. Уселся, да. Вот мы... Так. Вот мы и записали наш новый макси-сингл. Уже, 4 песен, да. Уже с Андреем, там 4 песни вошло в него, 3 совершенно новые, и одна песня, та, которую вы сейчас слышали, это с первого альбома, перекрашенная чуть-чуть. Ну, что это перекрашенная? Добавлены всякие красивые штуки там и так далее. Какие красивые штуки у вас? Гитары простые, примочки простые. Какие еще можно красивые штуки? Ну, там фортепиано, скрипочки. Ах, это ты о записи говоришь. Да, да, да. А как же на концерте тогда фортепиано и скрипочки? Плейбеком? Перебьются. Не, на концерте гитары и все отлично. Все понятно. То есть еще один маленький такой штришок. В альбомах и на концертах группа звучит по-разному. Это тоже надо иметь в виду. Да, естественно. Нет. А бывают такие коллективы, которые стараются звучать так же, как на пластинке, чтобы у нас на концерте звучало так же, как на пластинке. Ну, одну из них вы разогревали, к примеру, в Болгарии. Вот. А вы молодцы, вы экспериментируете. Ну, как бы не заморачиваемся. Нет клавиши, нет, господи. Две гитары, это тоже очень даже клавиши, хорошо. Скорее нет клавишника. Ну да. Да не, ну зачем лишний человек? Да не, ну у нас был опыт. Мы брали одного очень вот олдового человека, внука Джона Лорда, внебрачного. Так. Я серьезно сейчас говорю. А я же вижу твои глаза, я понимаю, что серьезно. Он в Москве живет. Вот. Но с ним у нас не получилось, он слишком крут. Прям. А почему он в Москве живет? Ну, он русский. Нет. Он, при том, начнем что, с того. Нет, секундочку. Ради бога, он может хоть китайским. Я о другом. Он-то чей внук? Почему, собственно, ему не жить там, где надо жить? Ну, он как бы не совсем... Внук? Законный. И не совсем лорд. Не совсем законный. Нет, он внук. У него рубашки дедовские висят там дома. Он незаконный внук. Ну, как это сказать? Ну, в молодости... Мама... Ну, был грешок. Дедушка лорд где-то с бабушкой... Пошали.
товарищи, да, пошалили. Давайте на эту тему не будем. Нет, ну, ради бога. Ну, просто все незаконное или все, как говорят, все фейковое, все поддельное в Китае обычно. Это не красиво. Любим мы клавиши на концертах, потому что они занимают много места на сцене. При наших сейчас габаритах. И их надо отстраивать, и для них надо какие-то партии придумывать, и все это долго. Мы видим, как люди выходят с таким же составом, как мы, выносят вот такой рояль, а толка от него нет никакого. То есть, как бы, мы чувствуем себя вот таким составом достаточно уверенно на концерте, потому что у нас все звучит, и этого достаточно, мы считаем. Вот здесь я вообще никаких возражений даже и принимать не буду. Все звучит прекрасно, и такой состав, как мне кажется, оптимален. Давайте дальше. Что это будет? Дальше будет новая песня как раз с нового сингла. Да ты что? «Мир как стекло». Только что, который вышел. Премьера сегодня. Да, сегодня премьера. Ох, братцы, вот за это вам огромное спасибо. Одна из. Как называется песня? «Мир как стекло». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня «Натиск». Поехали. Шахать
Сейчас быстренько, потому что надо будет, наверное, час закончить будет песней, а не на разговорах. Как-то хотелось бы красиво это сделать. Всем, кто слушает программу не часто, а может даже впервые, после песни, которая прозвучит сейчас, будет пауза небольшая. Ну, в смысле, паузы не будет, будет эфир. Я имею в виду перерыв в программе, потом мы вернемся в студию. Прочитаю только одно сообщение, которое написано здесь, кстати, в чате на планете, где картинка. От Алены Величко. Быковский Андрей. Мы тебя любим. Подсосина слушает вас. Внук тащится и смотрит в монитор. Это моя дочка. А сделал удивленные глаза, как я его назвал. Фамилию дочки забыл? Нет, просто он был удивлен тому, что это возможно и что это происходит. Не часто ведь, наверное, такие вещи происходят, когда можно так пообщаться онлайн, что называется. А внук сколько лет? Год. И уже тащится от нормальной музыки? Да, он любит. Вообще, такой я уже гитарой ему сую. Все понятно. Понятно. Это наше подрастающее поколение, за что спасибо огромное. Я думаю, сказать нужно мало то, что деду, еще и дочери, которая не отводит, в данном случае, сына от монитора, а наоборот подталкивает его к этому. Ну, дочь посещала наш концерт, периодически она была помоложе совсем. Тоже с папкой ездила. Там и познакомилась со своим будущим мужем? Нет. Эх, зря. Я имею в виду просто... Жалко. Интересно. Ну, тогда бы вообще был бы запутый. Она там с папой познакомилась. Папа очень... Интересная тема, да. В новом лице, да. То есть дочь пошла, ходила на концерты коллектива, чтобы познакомиться с папой. Интересная тема, между прочим. В другой форме. Папа оказывается музыкантом. Слушайте, братцы, видишь, да-да. Да, привет, привет, мои хорошие, да. Она просто, да, часто посещала и сейчас бы хотела, но не может, нужно... Семья, дети, да, все да. Такое. Есть какая-то недлинная песня, минутки на три? Ну, в принципе, следующая песня, она не длинная. А, моя интуиция. Давайте мы ей закроем час тогда, потом подышим немножечко и продолжим эфир. Как называется? «Одинокий герой». Как всегда, живой звук программы «Живые» здесь сегодня. Натиск. Погнали. We'll be right back.
что ж, продолжаем с радостью. Напомню, здесь сегодня коллектив под названием «Натиск». Для поклонников праздник, для тех, кто знакомится с коллективом, я думаю, праздник не меньше. Я вообще, честно говоря, завидую тем людям, которые получают новую для себя информацию, полезную, интересную. Значит, у них есть шанс теперь еще не скучно прожить несколько дней, выискивая ваши песни где-то, да, заново не заново для себя открывая и получать от этого удовольствие. Пауза была у нас долгой, поэтому надо бы с чего-то начать, сразу с песни. Что это будет? «Небо в огне». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Натиск», напоминаю, на всякий случай. Погнали. Особенно сольная часть.
Блестяще просто. Группа «Натиск» здесь сегодня. Братцы, вот что. Понятное дело, что... опять же, этот момент, который, мне кажется, совершенно очевиден. Музыкой в России далеко не все зарабатывают, поэтому, если можно, если это не секрет, если вы не скрываете этой информации, кто чем занимается в жизни вне музыки? Кто чем зарабатывает себе на хлеб насущный? Я вот работаю звукорежиссером в Доме культуры в Московском. Ну, все-таки с музыкой связано, да. В любом случае. Да. В любом случае с музыкой. Я вот работаю звукорежиссером в Доме творчества в детском. Так, тоже с музыкой связано. Детки пляшут, скачут, поют у меня там. Поэтому такой глаз у тебя добрый, детей любишь, я понимаю. Да, кто еще чем зарабатывает? Я работаю на складе. Так. Отгружаю людям товар. Ну, хоть один приличный человек в коллективе. Но он тоже с музыкой связан, он отгружает колонки. Музыкальный товар, да. Понятно. Я секретный агент. Законспирированный. Стесняешься своей работы, что ли, не пойму? Нет, почему не стесняюсь, мне просто нельзя не говорить. А, ладно, хорошо. Ну, я могу сказать, я работаю архивариусом в архиве. В «Газпроме», нормально. Ты неправильно начал, внимательно. Я работаю в «Газпроме». Надо начинать в «Газпроме». Знаете, как в старом, я сейчас не хочу тебя обидеть, но есть такой старый анекдот, когда два приятеля встречаются, говорят, где-то твои работают. Ну, а там, а бабушка работает в министерстве. Кем? Уборщицей. Ну, это уже мелочь. Ну, да, примерно где-то так. Архивариус в архиве «Газпрома». «Газпром», да. Это ответственная работа. Ну, это дочка, их там много всяких. Ответственная работа. Да. Здесь уже придется бачку и думать. Так, а теперь нам надо как-то двигаться дальше, потому что пауза была несколько в начале часа длинненькая, хотелось бы успеть сегодня всю программу. Но у меня есть просьба, а это просьба к Михаилу прежде всего, потому что очень-очень аудитория своего радио, программы «Живые», любит сольные партии на барабанах. Играешь ли ты соло на барабанах на концертах, к примеру? Ну, в принципе, можно, конечно, было сделать это дело, но дело в том, что в процессе некоторых моментов мы иногда делаем с бас-гитаристом свои какие-то определенные вот эти моменты, играем соло, и он мне помогает. Но это где-то, когда очень большой такой мощный концерт, допустим, на юбилей и так далее, и так далее. А так, да, есть некоторые моменты, мы делаем. И неплохо. Он меня не понял. Значит, я говорю, аудитория. Программа очень любит, когда в программе, говорит аудитория, звучит соло на барабанах. При этом может быть вместе с бас-гитарой. А может быть даже так красиво сделать, чтобы после соло сразу началась песня. Так, чтобы что одно в другое вошло. Это возможно ли? Ну, это возможно. Ну, пока еще мы не делали таких экспериментов, честно говоря. Ты опять не понял. Еще раз. Играйте, короче. Архивариусы – люди, которые глубоко копают. Глубоко там сидим. С басистом. Да, тандем архивариусы, секретные агенты. Люди просят поджимить ритм-секцию. Короче, товарищи, ну вы можете, наконец, уже удовлетворить просьбу аудитории? Мы, правда, потом не остановим. Не знаю. Ничего, мы найдем возможность, как остановить. Ну что, давайте. Клево. Согласились, наконец. Попробуем, что ли, да, или что? Так давайте пробуйте уже. Давай, поехали. Поехали. Ну, коротко, но со вкусом. Спасибо большое. Тогда что будет из программы, которую вы сегодня для себя отбирали в качестве песни? Что будет? Подожди, ты не сказал, что будешь говорить чего? Да. Это был экспромт, мы не готовились. Молодцы, так это понятно. Это очень ценный экспромт, потому что это говорит прежде всего о том, что вы умеете джимовать, это об уровне, говорит музыкантов. Что дальше будет? Следующая песня будет «Война». Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня «Натиск». Поехали. We'll be right back.
Ах, сколько же комплиментов, ой, какая вещь, ой, как потрясающе звучит, ой, какая песня, ну и так далее. Это ваши поклонники подключились, и тут, кстати сказать, уже даже заказы, видите, как на корпоративе, прям заказы, просят «Алую розу», сейчас, секундочку, я посмотрю, посмотрю. Хочется услышать песню «Рвущая душу на части», спасибо за хороший пятничный эфир, группе успехов, новых шедевров, спасибо, «Алую розу», пожалуйста, исполните, уж очень хочется услышать. Иван Иванченко, ну, я не знаю, как вы строили свою программу, естественно, будете вы ее петь сегодня или нет, в любом случае, мне лично это говорит о том, что за вами следят, есть те люди, которые любят ваше творчество и знают ваши песни, кто-то написал даже, что вот это одна из первых песен, которые услышал, и именно с этой песни стал слушать группу. Кто-то еще на что-то реагирует. Ну, в общем, клево. Рифы стеной, очень мощно, кайфово. Экзистенция гитарного саунда. Никогда бы не подумал, вот серьезно, что Эпифон так сочно звучит. Гитарист бомба, коллектив бомба. Обязательно приду на концерт, если в тур соберетесь, пишет Никита Подаков. А вот что касается концертов, ну, давайте расскажите, когда, где, в какое время вас можно увидеть живьем. Ну вот сейчас у нас такой небольшой турчик проходил. Вот мы играли в Калуге, мы играли в Сергиевом Посаде. Мы так по подмосковной области. Ну, Калуга, Подмосковье, да. Да. Фактически. Да, да. Почти уже. И вот сейчас, по-моему, то ли 13-го, по-моему, у нас в Ногинске будет концерт. Вот, тоже с полным звуком. Да, кстати, я хотел сказать, что помимо вот электричества мы еще практикуем акустику. Это как? Это без электромузыкальных инструментов. Это просто мы с гитаристом берем две акустические гитары и поем наши песни, переделанные под это. То есть втроем, получается? Втроем. Две гитары и вокал. Да, это происходит в каких-то мини таких вот
академических зальчиках. Да. Ну, это когда секретному агенту некогда с вами играть, у него задание. Да. Архивариус из Газпрома не отпустили. Тоже на задание, не секретный на задание. Тогда вам приходится играть акустику, вы люди свободные. Ну почему приходится? Мы это делаем с удовольствием. Да, господи, прости. Да, акустика хорошо, люди принимают, замечательно. Я уверен, что это нельзя не принимать. Алексей Николаев, смотрите, какое интересное сообщение. Сейчас я не знаю, какая у вас будет реакция, ребята, но кажется мне, что вам должно быть приятно. Добрый вечер, свои. Лет 12-15 назад Натиск приезжал в Ригу. Да. Было такое. Было. Как, встрепенулись-то? Пару раз. Выступал в железнодорожном музее. Точно. И тогда, насколько я помню, вокалист был с длинными волосами. Вопрос. Куда он их дел? На усы поменял по выгодному курсу, что ли? Ну, природа берет свое. Тут уж ничего не сделал. Ну, облысел, ну чем? Чаще всего природа волосы берет... кончились. Ушли. Волосы гулять. Кончились. Умные волосы покинули дурную голову. Но это в данном случае было не более чем воспоминание, хотя вот лично мне было бы приятно. Но приятно, да? Человек помнит 15 там, или сколько лет назад это было, и помнит, как это было и где это было. Значит, след остался какой в памяти у человека. Мы помним очень хорошо. Это. 46-47, это короткий номер для смс ваших, сначала свои, пробел, дальше сообщение. Здесь есть, ну, я прочитаю сообщение частично, вернее, прочитаю все, но удивительно, почему такие вопросы вообще возникают. Привет, мужики, слушаю вас очень давно. Скажите, вот как вы умудрились записать такой мощный альбом «Одинокий герой»? Я считаю это просто эталоном русского хэви. На вопрос, как вы умудрились, хочется сказать, а так? Как-то так. Ну, как ответить на этот вопрос? Ну, умудрились как-то, в домашних как-то, условиях. Как-то умудрились, да. Но, тем не менее, приятная вторая часть этого сообщения о том, что человек считает этот альбом эталоном русского хэви. Но это не только... Это и вы так думаете, я понимаю. Нет, это очень многие люди почему-то говорят, хотя альбом записан фактически на коленках, вот, записан в ужасных условиях, и вот, ну... Людям нравится, значит, что-то вышло. Мы были молодые, у нас было много огня, вот, было много желания, нам было наплевать на неприятности и неудобства. Вот, и поэтому мы вот так. Да мы и сейчас, в общем-то, еще ничего. Вот я хотел сказать, мы не притязательные вообще народ. Я хотел сказать, что как молодые, не молодые, вы и сейчас, в общем, совершенно спокойно выжимаете, казалось бы, из абсолютно, ну, что, одна примочка там и эпифон, о котором уже говорили неоднократно. Да, да, да. И получается то, что получается, ребят. Ну, о чем вы говорите? Мастерство, оно такая штука, которая либо есть у человека трудом нарощенная, либо... Все, Джон, продашь ты этот эпифон его... за бешеные деньги. В руках и палки запоет порой. В хороших руках. Как же давно я не слышал их вживую. Если будет «Алая роза», моя неделя закончится на все 100. Вот, пожалуйста, еще один человек про «Алую розу» говорит. Надо переиздать «Одинокий герой», пишет Юлия Крид. Ну, не знаю, есть ли у вас желание, интересы что-то переиздавать. Уж это такой вопрос, что называется, творческого порядка. Надо ли оно? Мне кажется, отыграно и отыграно. Наверное, уж лучше писать новый материал. Надо, да. Может быть, по-новому. Лет через 40 там можно будет что-то переиздать. А сейчас-то что? Вот Денисов снова уйдет, вернется. Нет, были такие мысли, и были люди, которые готовы были нам в этом помочь, но что-то они как-то куда-то делись, потерялись, непонятно. Но мы особо как бы не горим желанием... переиздавать. Потому что он настолько как бы... Ну что там сделать лучше? Что там, раскрасить песни, сделать лучше звук? Я не знаю. От этого он... будет лучше. Душа, вложенная в эти песни, она же не изменится. Она как бы вот с тех времен осталась там, она так и живет. Слушайте, а я тут наблюдал перед эфиром, сейчас только вспомнил. Вы альбомчики с собой принесли? Да, вот эти макси-синглики новые. А где они? Я не понял. Принесли, показали и унесли из студии. Нет, они просто лежат здесь в сторонке. Так надо же показать в камеру. Надо же дать. Ну, сейчас Лиза меня услышит, надеюсь, принесет сюда, в студию, прямо в эфир занесет альбомчик. Если у нее там включен звук у Лизы. Ну, я очень надеюсь, что она в редакторской сидит не просто так. И она меня сейчас услышала, Лиза. Она спрашивает меня через стекло, где? Где? Куда вы положили эти альбомчики? В пакетике. В пакетике. Полезь в пакетики, они разрешают уже. Черный пакетик. Черный пакетик. Просто хотелось бы показать в картинку, ну, в смысле, в камеру, как это выглядит. И посмотреть. Да, давай, заноси. Вот наш администратор, Лиза, незаменимый человек совершенно. Может, в черном пакете найти. Спасибо, Лидочка. Да, «Натиск» под прицелом. Так называется этот макси-сингл. Вот сейчас показываю, так, чтобы вы видели. Может быть, как-то зафиксируете у себя. Юля, возьми, пожалуйста, покрупнее, если можно. Каким... А, вот так теперь, да? Ну, ладно, хорошо. Что-то там видно, надеюсь. Здесь 4 песни на этом... Так, как его открыть? На этом макси-сингле 4 песни. «Зона зла», «Мир как стекло», «Снайпер», «Я буду ждать». Вышел он когда? Буквально на днях. А написано 15-й год.
Это он записан. Нет, он записан в 15-м году. Ну хорошо. Ну, 16-й только начался. Сведен, записан, а вот выпущен он на той неделе. Ну, то есть свежачочек. Да. Свежачочек. Отлично. Видите, не с пустыми руками пришли. Это приятно. Я себе оставлю, ладно? Конечно. Хорошо. А то там пакетик черный, я думаю, там еще что-то есть. 250 рублей он стоит. Хорошо, я понял. Я понял. Удивляюсь, как при таком подходе вы не стали миллионерами. Ну, это шутка, конечно. Дело в том, что их выпущено всего 150 штук вообще. И больше выпускаться они не будут. Это то как есть, белый винил такой свой. Это сделано для людей, для поклонников, для тех, у которых есть все наши пластинки, и чтобы им вот досталось это. Ну, в общем, хорошо, что вы... Завтра все равно же все же будет в интернете уже выложено, поэтому... Завтра. А тут когда родной диск у тебя, вот... Приятно. А у меня есть такой. А у меня, да, а у меня теперь есть. Ну, на радиостанции теперь точно есть. Давайте... О, Алена Рукосуева вот тут уже и фоточку даже выложила, фоточку обложки. Это, наверное, у вас из группы, наверное, стащило, да, я так понимаю, фотографию обложки? Возможно. Ну, ребята удивлены. Они не знали, что пожарные машины есть с названием «Натиск», не знали даже, что, оказывается, обложка есть где-то отдельно и лежит, судя по всему, где-то у них в сообществе. Кто за вас вообще всю эту работу делает? Почему народ. Вы об этом не знаете. Давайте петь дальше. Что это будет? Это будет «Серый дождь». Старая, да, это одна из самых-самых старых песен, которая написана мной, когда мне было 17 лет. Вот сейчас мы все о тебе узнаем. Да. И он ее очень не любит почему-то. Я ее очень... Нет, не, ну сейчас я ее уже люблю, да. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Натиск». Поехали. Путь, мой далекий синий ночной.
Ну, так скажем, для 17-летнего почти подростка весьма зрелая, на самом деле, вещь. Нет, да, правда. Согласен. Правда, это звучит очень по-взрослому и совсем не похоже, что мальчик написал. 17 лет — это мальчик в любом случае. А как песня «Серый дождь» попала на демо «Агонии», если Нечаева еще не было в группе, пишет Вадим Рыжов. А Нечаева не было, а была-то Беляев. Я-то ее помнил, он мне ее показывал еще, когда приезжал с армии там на побывочку. Смотри, и, какая, сказать, вот, смотри, какие, запомнил. Они же все, нет, аудитория все помнит. Да, ты да, понимаешь, да. С ними аккуратнее надо. И надо многие моменты объяснять, чтобы потом не обвинили ни в каких подлогах и подставах. Это все нормально. Это да, это я так, на всякий случай. Значит, какое-то было сейчас, секундочку, сообщение, которое для себя подметил Андрей Вадовский. Вот что. Я начал знакомство с «Одинокого героя», потом еще слушал «Небо в огне», и все, пока больше альбомов «Натиска» не слушал. Все, не дойду никак. И сейчас думаю, что зря. Надо бы ознакомиться с дискографией группы подробнее. Это вот то, о чем я сказал. У людей появляется шанс и возможность несколько дней провести в поисках песен. А они в группе же выложены? Обязательно. Отлично. Значит, не планируете ли... Это мы уже обсуждали. Где же это сообщение-то? Я же его для себя пометил. Ну, много очень... Убежала. Ну, бог с ним, ладно, не буду терять времени. Очень не хочется, хочется поболтать немножко еще. А Нечаев не играл случайно в группе «Адольф Кэстл»? Было такое дело. Не случайно. Ну, случайно и играл, да. Это еще к вопросу о том, что эти люди, которые слушают программу, они знают все. Вот все, абсолютно. И здесь ничего не спрятать, не скрыть. И вообще, в принципе, потеряться невозможно, даже учитывая тот момент, что вы перед камерами сейчас. Кстати, а аудитория у вас сегодня, аудитория-то, какая большая. Это замечательно. Сегодня география такая. Люди требуют переклички. Есть у нас, ну, была раньше очень традиционная для программы история, очень простая. Сейчас я периодически прошу, потом думаю, может, не надо. Ну, с другой стороны, может быть, и музыкантам, ребятам было бы интересно, где сегодня конкретно слушают их концерт. Да? Ну да. Давайте тогда. Будет следующая песня звучать, но чтобы сейчас просто можно было пока еще вопросы выискивать. И каждый из вас напишите город, из которого слушаете. Ну, просто город. Москва, Питер можете не писать, это очевидно, это самая большая аудитория на самом деле. А все остальные города, регионы, страны, откуда вы слушаете эфир сегодня, уверен, что музыкантам это будет интересно узнать. 4647 – это короткий номер для смс-ок. Сначала свои, пробел, дальше уже еще... вот Павел пишет. Ближайший концерт группы... Поправка. Ближайший концерт группы в Обнинске 22 февраля. Да, совершенно верно. Ногинск будет в апреле. Смотри-ка, ведь едет человек, едет. Едет, а никак не доедет. И слушает, и поправляет на всякий случай. Спасибо, Павел. Это очень важное дополнение. Ну, музыканты, они такие, могут что-то подзабыть, а вот человек, который занимается коллективом, не должен забывать, естественно. Не на секундочку. Да, совершенно. Не на секундочку. Ну да, города потом прочитаю, народ уже начал, я попросил, когда песня зазвучит. Ну, ладно, хорошо, уже начали писать, давайте тогда скоренько догоним их тоже. Что за песня-то будет? Будет песня «Город теней». Как всегда, напоминаю, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня группа «Натиск». We'll be right back.
Миша догнал в конце, молодец. Хорошо, хорошо, хорошо. А, группа «Натис» здесь сегодня для многих открытие, ну, не для многих, вернее, а для некоторых людей, для многих радость большая, потому что то, что они делают, ну, вот, как говорят, старая школа, она все равно заметна. То, как это делается этими людьми, и то, как это играется, ну, прям вот душа поет от того. Ну, я не то чтобы любитель классического, канонного такого звукоизвлечения, но когда понимаешь, что здесь все, придраться не к чему, а так иногда хочется, а придраться хочется, не... Хочется, да. Даже не, самим хочется. Не к чему, да, и сидишь и думаешь, ну, ё-моё, что сказать-то, кроме того, что это круто, круто и круто. Почитаю-ка я вам «Городцы». Да? Городцы. Это я так, игриво, конечно. Удивлены будете, я уверен. Сольцы, по-моему, Новгородской области, Брянск, Щучье, Курганская область, Ужгород. Это Западная Украина, человек даже помечает, Западная молодец. Украина. Анапа. Дальше вот город, который появился у нас недавно. По крайней мере, человек не писал. Раньше, ну, некоторое время назад начал. Плоешти, это Румыния, Красноармейск, Восточная Украина, Владимир, Луганск, Нижний Новгород. Куплю эпифон, пишет человек. Покупай, не прогадаешь. Лондон, это реальный Лондон. Лозовая, Харьковская область, Тамбов, Киев, Иркутская область. Чей? Киев? Да. Киянин? Да. Ты что, так, ну, вот тоже. Так вот, ой-ё. А у меня вся родня по маме в Донецке, ну, под Донецком, Енакиево, Горловка. Там играли. Да, да. Да, отец из Днепра был. Иркутская область, брат, Сыктывкар, Владивосток, между прочим. Владивосток, привет. Какое время там, Алма-Ата, Архангельск, Заснеженный, Гулькевичи, Краснодарский край, Тамбов, Шадринск, Курганская область, Краснодар, Пермь, Динская, Краснодарский край, Бруклин, Нью-Йорк, USA, Тула, Домодедово, Пермь, Череповец. Домодедово — это мои. Ольбург, Дания, Лос-Анджелес, США, Рига, Вильнюс, Томск. Сейчас, секундочку, я перескочу в чат. Там тоже Тверь. Там тоже были какие-то пометочки. А ему уже неинтересно, он песню обсуждает. Ну, молодец, правильно. Работает. Интересно, работает, работает человек. Вильнюс, да, вот Тамбов. Ну все, по-моему, ну, можно дальше читать, но тут начинает повторяться уже опять Тверь, Тверь, Тверь. Люди хотят закрепить знания города. Ну, в общем, широкая география. Люди, да, спасибо, вы молодцы. Озерск, Челябинская область, Муром. Ну, география, география, часовые пояса, понимаете, какие? Вот в столице сейчас без 15-10 вечера. Человек в Владивостоке сидит, слушает. Нью-Йорк. О. Да, и Лос-Анджелес. Да, там. Да. В Нью-Йорке так вообще весело, там утро раннее. Да? Дания, там, Лондон и так далее. Спасибо вам огромное, я сейчас уже говорю аудитории, за то, что вы с нами. Ну, хотя бы уже заодно можно сказать спасибо за то, что вы постоянны. И вы слушаете новое для себя, возможно, делаете открытия и постоянно пополняетесь чем-то свежим, чистым и интересным. Вот тут есть вопрос от Дениса. Ну, Денис Шалатонов, судя по всему, так ставится ударение. А вот на демо была песня «Камни». А можно про нее узнать? Просто слышал ее у группы «Полигон». Все правильно. Ну, это и есть их песня. Просто мы эту песню, да, переиграли. Это кавер, получается. Кавер, да. Вашем, ну, мы как бы проба пера в составе группы, которую мы тогда находились. Мы ее так по-своему сыграть. Немножко сыграли, может быть. Но как могли в то время. Ну, понятно. Ну, вот хорошо, что ответили на этот вопрос, потому что человек, видимо, ответа на этот вопрос в интернете нигде, ну, не нагуглил, не смог. Ну, кроме вот. Как полигона не найдешь. Вот, собственно, да, и дали ему ответ. Я думаю, что и человек удовлетворен, и нам тоже хорошо. Где-то тут, опять же, я... Вот. Брату Беляеву привет от брата. Все супер. Константин Беляев. Константин, здорово, привет. Костя, привет. Тебе привет. Что, неожиданно, что ли, для тебя это было? Ну, не почему. Ну, вот, все. Значит, так где новые синглы можно будет купить, спрашивает Вадим. Кстати, да, что касаемо продаж. Ну, 250 рублей там потом, когда уходить будешь, заберешь, не проблема. Я к тому, как вы распространяете свои альбомы? На концертах или все-таки интернет-продажи тоже пытаетесь как-то проводить? Нет, вот в данном случае мы будем их распространять только на концертах. Угу. Вот, объясню почему. Потому что их очень-очень мало. Я говорил уже, их 150, 100... Уже меньше. 100... 49. Уже 130, наверное. 130. А. Вот. Я не первый был. Да, то есть, и, может быть, будет какая-то почтовая рассылка. Но очень-очень такая вот ограниченная. А чего так мало? Ну, народ наверняка больше захочет приобрести эти диски. Чего так мало выпустили?
Можно было бы заранее... Понятно. Ну, просто будет новый альбом когда-то полноценный. Я понимаю, ты сейчас думаешь... Когда будет альбом? Думаешь, дурак человек, что ли, такие вопросы задают? Нет, я подумал, отвечу на этот вопрос, честно или нет. Все денег стоит, да? Давайте будем честны. Конечно, безусловно. Все стоит денег. Работа и труд все. Я вас очень хорошо понимаю. Я это часто повторяю в эфире. Вы знаете, какая штука? Если бы действительно в России нашлись... Ну, мецената слово уже, видимо, не модное. Но хотя бы заинтересованные люди, заинтересованные в развитии музыкальной культуры, именно российской музыкальной культуры. Свое радио ведь работает только с российскими, белорусскими, украинскими, ну, то есть с русскомыслящими музыкантами, неважно, на каком языке поющими. Это исключительно потому, что музыки хорошей реально много. Вот если бы нашлись люди, которые готовы были вкладываться в это, то, наверное, проблем бы было гораздо меньше. Тут Слушай. Еще один есть нюанс. Вот, например, альбом второй наш «Небо в огне», он компанией CD Maximum переиздавался 3 раза. Да, то есть его скупали. И продано было порядка 8-10 тысяч штук. 80 тысяч или 8-10? 8-10. Да, это было 10 лет назад, как бы, да, и люди покупали пластинки. Вот. Сейчас люди пластинки не покупают. Сейчас в интернете можно. Заелись люди. В крайнем случае скачать или в крайнем случае купить. Хотя сейчас, да, сейчас, ну ладно, это тема отдельного разговора. Давайте, наверное, споем, потому что надо бы успеть всю программу сегодня закончить музыкальную. Жалко будет, если мы чего-то не успеем исполнить. Что это будет за песня? Ну что, штормим? Поштормим, да. Я не знаю. Как сможешь, так и сыграешь. Давай, подзабыли, говорят. Ну давайте, давайте, ну, как всегда, живой звук. Шторм. В программе «Живые» здесь сегодня натиск. Вот и посмотрим, вы же профессионалы, ребят.
а говорили, не помните. Ну вы что, глянь, как все в легкую-то. Ну руки-то помнят, руки-то помнят. Наверняка же кто-то из вас в юности, в детстве катался на велосипеде, да? На велосипеде, на коньках, я не знаю, на лыжах. Все катались. Я велоспортом занимался. Да ты что? На стадионе «Наука». Да это на Войковской. Значит, ты ученый. А долго занимался? Ученый велосипедист, блин, серьезно. Не очень. Потом я и в бокс, потом и там и в хоккей, и в общем... Смотри как. Спортивный у нас. Ну, я тебя не знаю. Вот сейчас в эфире говорил уже об этом. Просто я мастер спорта по велосипедному спорту, шоссейные гонки. Да, я чемпионом России среди юношей был в свое время, пока не разбился. А потом бокс, хоккей. Ну, такой любительский. Есть о чем подвечать, значит, после эфира. Интересные вещи всплывают какие. У нас времени-то остается, правда, совсем чуточку, буквально на одну... Кстати, мне тоже нужно понять, чтобы красиво закончить эфир, сколько по хронометражу вот эта песня финальная будет какая? Ну, примерно. Это три. Три. Ну, или... да, может, три с небольшим, да. Чуть-чуть. Ну, четыре. Берем про запас, так, чтобы... Понятно, ну, через пару минут тогда поболтать. Весь Сергиев Посад слушает, зуб даю, пишет Павел Алиев. Сижу, подпеваю второй час, в стенку стучат, а я в восторге. Иван Чернышов написал. Здесь такие какие-то тоже были приветы, я их потерял немножко. Ну, а вот, ребята, буду ждать ваш концерт в Олимпийском, жена Павла. Спасибо, конечно. Ну, она же с Павлом, видимо, едет. Ну, видимо. Жена вот растрогана и будет ждать вашего концерта. Паша, побереги зубы. А зубы-то при чем? Ну, ведь зуб даешь. А, в этом смысле. Нет, ну это не он зуб давал. Это другой. А, хотя нет, Павел Алиев, да, понятно, зуб дает. Зубы потом понадобятся. Спасибо, Надя, за классный драйвовый вечер. Это тоже уже благодарят люди под конец эфира. Вот тут, кстати, тоже вот сравнения всякие разные. Леонид Долгобородов, но я хочу ответить на это сообщение. Вокал Денисова ничуть не уступает Кипелову, Булгакову, Жиликову. А дальше люди, да, уровень Варшавского, Артерий. Я вот что хочу сказать. Никогда не надо никого ни с кем сравнивать. Вот, это самая большая ошибка. Если человек с хорошим ухом, хорошим чутьем, я имею в виду слушатель, он все равно услышит разницу. Так или иначе, как, условно, как отпечатков не бывает одинаковых, да, так да, и голосов одинаковых не бывает. И не надо слушать на предмет похожести. Нужно получать... Нет, я уверен, что Леонид писал в данном случае без критики. Это просто вот попытка сказать, что это же круто. Это правда круто. Это правда круто. Спасибо вам огромное, что вы есть как коллектив, что вы существуете, что вы работаете, что вы продолжаете развиваться. Это дорогого стоит, и молодым музыкантам, между прочим, урок хороший. Конечно. Люди взрослые, серьезные, казалось бы, архивариусы уже, но как работают? Нам надо прощаться, к сожалению. Чем закончите программу сегодня? Ну, мы закончим свою программу, как всегда. Финальный песни. Собственно, чем мы всегда и все программы заканчиваем. Визитной карточкой, да, группы. Группа, песня «Натиск». Спасибо всем, друзья. Что логично. Спасибо за то, что были здесь. Всем пока. До понедельника. Бай-бай. Погнали. Смерти, и душа твоя болит.